Это прикольно. Ну что, помчались. Первый стартап. Александр Воинов, проект «Огонь». Давай, Сань. Супероружие. Нет, давай. Опа. Супероружие, раз. И киллер фича. Всем привет. Меня зовут Воинов Александр. Я представляю проект «Огонь». Мы меняем образование, помогая людям выделять единицы смысла и осваивать знания с помощью конспектов нового типа. В чем проблема с конспектами? Нужно найти ручку, тетрадку, бывает темно, неудобно писать, спикер говорит сильно быстро или сильно тихо, пытаешься записать на камеру телефона, не видно экрана, плохой звук, да и вообще садится батарейка. А тем временем мы должны все больше и больше учиться, потому что системы и бизнес-процессы вокруг нас постоянно становятся все сложнее и сложнее, требуется принимать больший объем знаний, и это требует новых инструментов. В идеале вот так вот, как в «Матрице». Воля, теперь все ваши инсайты всегда с вами, в кармане. Они находятся в облаке в виде видеофрагментов, поставки смысла, которые привели вас к той или иной мысли, к тому или иному инсайту. Они структурированы по темам и всегда с вами. Как это происходит? Вы находитесь на образовательном мероприятии или смотрите какой-то образовательный видеоконтент, вы слышите интересную мысль, нажимаете кнопку «Огонь» и внимательно оцениваете, идет еще поставка этого смысла или нет. Как только поставка закончилась, отпускаете кнопку, пишите ярлык и вуаля. А в случае мероприятия, значит, у вас появляется конспект с профессиональной камеры, звук с пульта, и он всегда с вами, готов, так сказать, прийти вам на помощь в нужный момент при разборе с командой. А мы сейчас тестируем три бизнес-модели. Значит, B2B по модели Revenue Share. Мы помогаем компаниям, которые занимаются образовательным контентом, заработать дополнительные деньги, и с этого получаем свою долю. То есть мы, значит, сделали пилотный запуск, заработали 1,2 миллиона. То есть предварительно считаем, что бизнес-модель проверена, нужно закрепиться. Также, значит, вторая B2B-модель – это поставка решения как сервиса, плата за мероприятие. И мы сейчас запускаем B2C-вариант, в котором люди смогут с своего компьютера, значит, разбирать видеоконтент на видеосервисах, таких как YouTube или Vimeo. Чуть подробнее в цифрах про модель B2B Revenue Share. Вот у нас пилотный запуск, образовательное мероприятие. В течение двух месяцев шло 4 тысячи человек, создало 200 тысяч видеоконспектов, и мы заработали на этом 1 200 000. Мы ищем нашу нишу на растущих рынках образования и MICE. Текущий наш конкурент – это лист бумаги и ручка, камера в телефоне, и еще ряд косвенных клиентов, конкурентов. Конечно же, наш способ крутой, инновационный, модный, там происходит геймификация определенная, всегда под рукой и очень удобно. Наша команда состоит из 4 человек, это команда продукта, у нас технический директор, маркетолог, продукт-менеджер, я директор команды. Мой опыт, я четверть века профессионально в IT. Вот. И, значит, я основал 4 IT-компании, которые оказывают сервис по модели аутсорса. Там будет дальше глубже слайд. Значит, собственно, наша команда продукта занимается именно продуктом, а разработку делает группа компаний 2.0. И это круто, потому что мы имеем возможность привлекать лучших специалистов, которые оказывают IT-услуги ведущим компаниям мира. И у нас действительно очень крутая команда. Мы являемся вендором того самого Всемирного банка. Мы являемся топ-10 в мире Drupal, это платформа для веб-разработки. Мы еще входим в всякие разные рейтинги, там в Академпарк, Нейронет. Мы умеем привлекать миллион органического трафика в приложение. Это может быть не так круто, но это что-то. Это как бы дает нам основание полагать, что мы успешно справимся с этой задачей. Сейчас мы пока развиваемся на собственные деньги. В течение ближайших 2-3 месяцев мы хотим окончательно там проверить бизнес-модели, остановиться, выбрать, заработать 3-5 миллионов и к концу года быть готовы к масштабированию. Значит, мы хотим где-то в конце 2017 года, в начале 2018 года привлечь 10 миллионов рублей на масштабирование, то есть для построения отдела продаж,
маркетинг, отдел поддержки пользователей и сделать локализацию на английский язык и выход в Европу и США. Так. Огонь, сохраняй лучше для себя и своей команды. Буду рад любой обратной связи. Кого заинтересовал наш проект, давайте пообщаемся. Прекрасный стартап. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Жму твою крепкую руку. Друзья, я надеюсь, вам понравилось уникальное решение. Причем, если вы посмотрите в YouTube, тем человеком и есть Дима Потапенко, это там уже десятки тысяч просмотров, как этот человек проходил челлендж-тур. Это был такой, да, мат-перемат. Там было круто. Все-таки, вот это было круто. Спасибо, Саша, огромное. Все, давай, у меня супер-девайс. Микрофон, спасибо тебе. Проходи в зал. Коллеги, знакомьтесь, общайтесь. Так, мы продолжаем.